обрадовался, потому что это сделал не кто-то, а это сделали мы сами. Они любят цветы. Красивые, милые и хорошие. Подожди, да я вспомню, как маму писать. Ну, М-А. Мама, я тебя люблю. Еще она умеет делать блинчики, оладушки и шьет разные платья для своих подруг. Папа, например, дарит цветы, потому что она любимая жена. Я люблю ее макароны, я люблю ее хлеб, я люблю ее все. Да, я тоже люблю, кроме запеканки. Ну, я тоже не люблю запеканку, так что об этом нет, не разговор. Как же сказать, это же забыли. Ну, как еще сказать? Как еще сказать? Я скажу маме, что я поздравляю тебя с праздником. Покажу сердечко. Там цветы, куклы, кольцо. Наверное, свадебное кольцо. Наверное. Это единственное кольцо для девчонок. Браслет. Золотой. Букет. Чтобы поздравлять мам, всех женщин и девочек, и бабушек. Чтобы красивые были. Чтобы она была хорошая и милой. Любимые, нежные, вдохновляющие. Желаю, чтобы ваша жизнь была такой же яркой, как все цветы мира. Девушки, женщины однозначно лучше мужчин. Красоты, спокойствия и крепких душевных сил. Adınlar hepinizin bayrak kutlu olsun.